Друзья, всем привет! Сегодня мы решили пройти по набережной Днепра. И начинаем мы от университета Нобеля и идем в сторону набережной Победы. Сегодня погода была прекрасная, замечательная. Но уже глубокая осень. К зиме подготовили фонтан. Вдалеке виднеется левый берег. Как я и говорила ранее вам, Днепропетровск славится тем, что у нас самая длинная набережная в Европе. Немного выше от Днепра центр. Для велосипеда сейчас мы идем в сторону нового моста. Рыбаки. Днепровская ТЭС вдалеке. Красивая осень.
5 километров наша набережная.